В районах Чувашии продолжается подведение итогов социально-экономического развития за 2017 год. Отчитались о результатах и в Урнарском районе. По основным показателям социально-экономического развития Урнарский район демонстрирует положительную динамику. Работают заводы, развивается перерабатывающая промышленность, растет объем отгруженной продукции. Касаясь производства скота и птицы, у вас тоже здесь динамика положительная. По прошлому году рост почти 103%, точнее 2,9%. Но в особенности я вас хочу поблагодарить, потому что в производстве молока, цельномолочной, натуральной, качественной продукции у вас рост более чем 6%. Это очень важно. По собственным доходам на душу населения вы занимаете третье место среди 21 сельского района. Это хороший показатель. На строительство объектов здравоохранения и образования с каждым годом направляется все больше средств. В рамках новых инициатив президента России по поддержке семей с детьми уже в этом году начнется строительство 11 детских садов, в которых планируется создать ясельные группы. Предусматривается строительство передвижных ФАПов, ремонт детских поликлиник. Перед аграриями поставлена задача успешно провести весенние пылевые работы, сделав упор на выращивание эффективных сельскохозяйственных культур. В сельском хозяйстве перспективы развития у нас есть. Вот по многим предприятиям где-то на 4 года вперед вот руководители уже задумали, мы будем дальше и развиваться в сельском хозяйстве. В ходе совещания обсудили и вопросы развития малого и среднего бизнеса, использования залежных земель, пополнения бюджета, легализации зарплат, роста доходов населения.